Здравствуйте, да, пожалуйста. Проверить свои знания по русскому языку смогли сегодня представители власти, общественности, родительского сообщества и вологодские журналисты. Они приняли участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и прошли все этапы экзаменационного испытания от регистрации до сдачи результатов. На самом деле цель просто показать, насколько на сегодняшний момент образовательная система региона готова к проведению, да, ЕГЭ, потому что все-таки уже не за горами весна, сейчас у 11-классников, у 9-классников, у их родителей, у учителей начнутся, в общем, волнительная пора, потому что сегодня ЕГЭ – это не только проверка знаний, это достаточно четко регламентированная, жесткая процедура, которая требует не только знаний. Она требует, во-первых, очень серьезной и хорошей подготовки от тех, кто ее организовывает, от тех, кто является руководителем пункта приема экзамена, от тех, кто обеспечивает информационное обеспечение проведения процедуры. И сегодня ЕГЭ по своей, наверное, организационному уровню готовности, ну вот я уже иногда шутил, тогда он немногим отличается от выборного процесса. Все-таки это и наличие проверки на металлодетекторе, это обязательность, естественно, сличения индивидуальных персональных данных. Это непростые очень требования, которые находятся в КИМах, потому что ну, здесь нужны и внимательность, и аккуратность, и любые исправления могут просто поставить крест, да, на всем, если они не сделаны так, как это положено по регламенту. Подобного рода акции, они направлены на, ну, носят в себе больше, скажем, просветительскую миссию, да, но в первую очередь они направлены на то, чтобы показать, что при хорошей, очень такой вдумчивой подготовке, без излишнего эмоционального напряжения, можно очень спокойно подготовиться. Мне кажется, самое сложное в написании любого экзамена – это справиться со своим внутренним волнением. Если ребенок учился все 11 лет в школе, в любом случае те знания, которые у него есть, он их может выдать на экзамене. И если мы, как родители, поможем ему справиться с тем волнением, которое в любом случае ребенка сопровождает, когда он идет на экзамен. Поэтому я свою роль как родителя вижу именно в том, чтобы помочь ребенку настроиться на экзамен, быть ему опорой и поддержкой, и помочь на экзамене выдать все то, что он знает, то, чему научился. И мне кажется, именно такая процедура, такое мероприятие, как ЕГЭ для родителей, помогает нам, родителям, понять, через что проходят наши дети, и помочь своим детям в будущем.